Всем привет! Сегодня у нас Light Wind, и я тестирую Slingshot Turbina 17. Поехали! Первое ощущение — достойный кайт на слабый ветер. Посмотрим, что будет дальше. Хочется отметить очень приятную на ощупь планку Slingshot. Может быть, потому что она новая? Как он у нас рестартится с воды? Он даже не хочет падать. Стоит на ухе. Ветра, ну, 4 метра в секунду, не больше. Попробую его завалить все-таки. Не хочет падать. Что такое? Ничего не понимаю. Он просто не хочет падать. Фу. Thank you.
Да упади же, а?